Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить об эффективности отжиманий. На самом деле это уникальное упражнение, потому что благодаря отжиманиям можно накачаться дома без дополнительных весов. В отжимании у нас задействуются такие мышцы, как трапеция, плечи, грудь, трицепс, предплечье, пресс и немного работает поясница. Всего одно упражнение предоставляет работу стольким мышцам. Теперь расскажу о том, как в отжиманиях проработать конкретную мышцу. К примеру, я хочу сегодня накачать плечи. Для этого мне нужно, сделав отжимание, сокращать плечи. Точно так же с другой мышцей. Трицепс. Делаю отжимание, сокращаю трицепс. В чем смысл? Смысл в том, чтобы в момент отжимания сокращать ту мышцу, которую нужно накачать. Все просто, казалось бы. Помимо этого, существуют упражнения, которые концентрируются на определенную мышцу. Отжимание на плечи – это падение плеча, отжимание под углом, L-отжимание, отжимание на трицепс – это отжимание сфинкса, отжимание от стены или от низкой поверхности, отжимание у стула, возможно. Отжимание на грудные мышцы. Это алмазные отжимания. Широкие отжимания. То есть достаточно много вариаций проработки конкретной мышцы. Самое главное выполнять это упражнение качественно, а именно. Отжимание до касания пола. В пиковой точке максимально сокращаем мышцы. Лучше сделать 10 качественных концентрированных отжиманий, чем 30 бесполезных. Старайтесь делать медленные отжимания, если вы хотите набрать массу и хорошо проработать мышцу. Чтобы максимально проработать плечи, трицепс, грудные, я делаю суперсет, то есть в одном сете 2-3 упражнения. Между упражнениями я не делаю отдыха, чтобы мышцы забивались быстрее и было тяжело. Между сетами отдых 1-2 минуты. Благодаря отжиманиям можно накачаться, это хорошая база. Иногда мышцы не так чувствуются после отжиманий. Чтобы это исправить, нужно с каждой новой тренировкой менять или добавлять упражнения. Тогда мышцы получают новую нагрузку. Если вы будете менять свою тренировку, каждый раз добавлять новые упражнения, то вы увидите, как выросли ваши силовые, улучшили форму ваши мышцы и насколько огромным вы стали. Что ж, надеюсь, в этом видео вы найдете что-то полезное для себя и сможете это применить в своих тренировках. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, делитесь этим видео со своими друзьями, чтобы они тоже были как короли. Всем спасибо за просмотр, удачи в освоении, пока!